Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня 8-й день на Тайване настал. Сейчас мы его попробуем зафармить. Я не думаю, что там будет прям мега что-то такое сложное. Но все же, поехали. Посмотрим, что там добавили на Тайване. Может, что-то новое, может, остров открыли наконец-то. Так, как раз дали плюшки нам. Отлично. На Тайване плюшечки забрали. Хорошо. Смотрим, что на рынке есть интересного. Лиса 2000. То же самое, что было с утра. Но по акциям должно что-то поменяться. По-любому. По-любому, что у нас поменялось. И посмотрим. Так, настолочка вот такая вот. На немке, кстати, настолка, ребята, совсем другая. Я это уже вам завтра покажу, кому интересно. Можете сегодня зайти посмотреть. Там плюхи другие. Так, это эти акции, которые были. Это, судя по всему, донатная акция. Еще какая-то срань. Так, понятно, эта акция здесь в единственном экземпляре. На других серваках ее нету. Так, а что это такое? Наверное, счастливое число. Нет, это не счастливое число, ребятушки. Это какая-то новая акция. Новогодняя новая акция. Ну, не знаю, что он означает. Наверное, какие-то сумочки. Но, судя по всему, выбираешь сумку и хреначишь ее. Но она, скорее всего, для донатов. 3000 самоцветов, то ли потраченных. Хрен его знает. Ну, не знаю. Надеюсь, она выйдет на русском сервере. Тогда будет что-то понятно. Она идет с 12-25 по 26 один день. Но 3000 самоцветов, может, и задонены. Не знаю. Хотя бы приблизительно, чтобы понимать, кого тут дают. Хотя хрен. Вот что здесь можно понять на этом сервере? Нифига. Ну, я надеюсь... X1, X2, X3 это типа улучшения, типа открываешь и улучшенные награды. Но что-то реально новое, интересное, возможно завтра или сегодня после полуночи оно появится на других серваках, но это не точно, это не факт. Может, на английском будет, тогда я вам смогу подробнее рассказать и показать. Вот он, ребятушки, наконец-то, сори, ребят, наконец-то новый остров уже с лисом в главном действии. Поэтому у нас... Мы сейчас можем, кстати, попробовать собрать. У нас немножко пыли должно быть. Сейчас попробуем с вами забрать его. Забрать его, хотя бы выбить. Хоть что-то. Забрать это я, конечно, загнул. Но, в общем, завтра будет островок. И завтра будем с вами трешивать. Давайте награды посмотрим. 1-2, то есть ничего не поменялось. В основном мы будем собирать его отсюда. То есть, соответственно, чтобы по 2 осколка его собрать, вам надо 10 попыток. С 50 пыльцы это 2. 500 пыльцы это 20. 5000 пыльцы это 200. То есть в среднем надо будет, ну если, конечно, вам повезет хорошо, ну тут... каждому аккаунту по-разному, то в среднем 5000 пыльцы надо на этого героя. То есть такие вот прогнозы. Ну, судя по тому, что я вижу здесь. Может, на немке там, как обычно, сделают трэш. Парт. Один осколок. Это, ну, хрен его знает. Не знаю. Тайвань это Тайвань. В общем, завтра у нас будет островок и... надо будет реально где-то около 5к пыльцы на этого героя. Так, окей, поехали, посмотрим, что у нас сегодня нового есть интересного. Кикавка, let's go. А, кофеек хороший, хорош кофеек. Ну, в общем, такой вот островок. Я этого ждал, я вам говорил, что будет остров.
и мы будем оттуда его вытаскивать. Ну, по 2 осколка. То есть 5000 пыльцы надо на этого героя. Ну, или еще добрать где-то осколки, меньше тогда надо будет. Ну, это уже чисто дело лично каждого. В общем, пишите, что вы думаете по этому поводу, но, по-моему, GG уже перегибают и поднимают ставки нереально. За пыльцу его выбивать, либо донатить, то есть что так, наверное, дешевле задонатить будет, нежели набрать на некоторых серваках 5 капели и его оттуда достать. Ну, как вариант добирать, это одно, а так его брать за пыльцу, ну, это реально бессмысленно. Так, окей. Прошли, поехали на второй этап. Минорылис сейчас у нас выбежит. Это он какой-то изи. Давайте тащите, ребятушки. Давайте тащите. Так, отлично, медузка. Я думаю, завтра, возможно, будет еще и коллекционер, скорее всего, на русском сервере. Это такое у меня ожидание. Ну, короче, видите, все по стандарту. Здесь ничего, по сути, не поменялось. Так, немножко я неправильно их повыкидывал. Да ладно. Посмотрите, как сейчас... Хотя они могут до Феникса еще и не дойти у нас. Забирает, кстати, у него энергию. Это было заметно только что. Ну, смотр вы видите, сколько он бьет. Один смотр тащит. Так, отлично. Ну вот и мы на изи зафармили. Все три. В общем, ничего сложного, как видите, нет. Единственное, надо каждый день это все фармить. Вот. Ну а по островку что могу сказать? В принципе, неплохие плюхи. Как по мне, тут уже поменяли их. Ну, это Тайвань. На русском сервере Зефира нету в таком количестве. Там и других героев тоже нету. Там поменьше намного. Ну, завтра будет видно, какой нам остров. Возможно, все ожидают, что Зефира хотя бы добавят. Потому что на английском сервере Зефира, к сожалению, нету в осколках. И в других серваках тоже этого нету. На некоторых есть. На немке, например, по 20 осколков зафигачили сразу же в прошлом этом Мэри. То есть каждый из серваков индивидуален, но в любом случае что-то будет, думаю, интересное. Посмотрим уже завтра, когда откроют, и интересно будет посмотреть на эту новую акцию. Сейчас я чекну, что у меня там на английском по пыли сегодня есть. Ну, осколки в любом случае можно добить. Даже так, без проблем. И новая акция какая-то донатная, интересная, новогодняя. Но правда один день идет, поэтому я не думаю, что там... Да, видите, пыль полностью практически убрали. То есть и не факт, что она завтра будет. То есть пыльцы нет. Но в среднем надо будет от 4 до 5 тысяч, это как минимум, мне кажется, не меньше. Так, коллекционер. Эстеруны. Эссо, талант, Камикрок, Праймбэк, Фэлл.
Xbox. Но, видите, нету. Или сегодня, может, завтра будут продавать. Кто его знает. Ну, в общем, вот так вот. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите вечернего стримчика. Всем удачи. Всем пока.